что тут у нас по пику? Так. Кого берем? Хрен узнает, кого брать. Берем снайпера. Берем снайпера, идем на центр. Так, отлично. Так, морт, а морт это нехорошо. Морт это контроль. Контроль снайпера. И кента. Ну, чтобы перемещаться быстро. Правильно тоже. Мудро мыслят. Мудро мыслят, ребята. Так, Shadow Demon. Shadow Demon. Далее, 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 далее. Ну бери, 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 кого там. Типа лич, лич. Ну реально выигрывать это, в принципе. Год Раху. Кара на Роум, нормально будет. Покич. Покич. Покич оформит. Покич. Ну, еще какой-нибудь Сларк на мид. С пиком. Типа он на рандоме. Не, вверх берет. Адекватный челик попался. Очень рад. Так, траха. Вкачает сейчас пассивочку. Да. Найс, плюс 15 урона. Должны перефармливать мидера. Спокойно. Сейчас посмотрим, кто будет на центре. На центре будет, скорее всего... А кто будет на центре? Лич или ВРК? ВРК, скорее всего. Лич пойдет хейл и... Саппорт. ШД и Кент. Типа ШД прячет, Кент топает. Все просто. Очень простая комбинация, как с кункой. Просто как с кункой. Так, нужно тут аккуратно. Да, вот они, ШД тут. Нормально, руны дают. Найс. Уворачиваемся. Нет, не увернулись. Почему-то странно, почему не увернулся. Так, ВРочка. Минус 100 хп, просто 2 каста. 2 новы, минус 100 хп. Пропускаем деда вперед, пусть дед суицидится. Будем пытаться добивать всех. ВРочка. Стал тачить почему-то. Всех крипов. Возьмем сапожек сразу. И добью тоже этого крипа. Прокачать тоже спел. Есть. ВРК с повершотов убивает. Что за обузы? Не успеваю, к сожалению. Добиваю, найс. Есть сапожик. Перекрепливаем хорошо. Плюс 15 урона все же ощутимо. Добиваем почти всех типов.
Верка вообще в жестком просаде на самом деле. Можно по чуть начинать харасить. Пошел на руну, парень. Заберет ту струну. Активная руна на низу будет. Так, файзики делаю, файзики. Там, скорее всего, инвиз на ВР-ке. Да, инвиз, но это было предсказуемо. Третий левел на ВР-ке. Набивает ваншота. Забиваю. Ну, на ласт хит, найс, вылетает. Найс вылетает, на ласт хит промах. Эй, шрапнель. Харасит меня, пытается харасить, но крипа вообще в центре не видит. Вообще просто в ноль. Перекриплен на ветке, парень. Нужен курьер. Умирает и так. Есть мана, вернее хилочка. Найс, хилочка. Хилочка отлично заходит. ВРочка третьего левела, я седьмого почти. Преимущество крипинга. Заходит тотальное. Отлично, ВРочка четвертого уровня уже. У нас ВРочка четвертого уровня. Урона. Траха потеет, вкачивает. Спел. Все отлично пока что. Уходит. Я ее очень жестко перекрипил на самом деле. Он бедный вообще не знает, что делать. Надо этих крипов быстренько убивать. Аптавр.
Убиваем, найс. Охилимся чуть-чуть. Как умирает. Нужен вижен мне на руну. Ой, на руну, на Так. Вижен есть, но не тот, который хотелось бы. Должен добивать. Вижу, но нету, к сожалению. Дальше продолжать унижать ВР-очку. Просто фармить спокойно. Я не прочь. Сильно далеко. Далековато. Далековато. Пинаем тауэр. Там тпшится на топ кто-то. Пойдем тоже на топ. Духа умирает. Далековато, далековато, надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо цеплять. Гоу, 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 ребятки. Ну если только попрокает нормально. Далеко, конечно, задайвили. ТП уже восстановилась. Иду дальше на свой центр. Нормально. Отличный ганг. Очень продуктивно. ВР-ка бедная, просто в центре ничего не сделал. Ката пришла. Так, ну ждем курьера. С айтемами. Так, есть ульта. Так, отлично. ВР-очка, бедненькая. Пятый уровень. Просто униженный в ноль. Возьмем, принесем себе яшку. Гоу, ребят, поддержу. Поддержу, если что. Поддержу, если что. Так, Морта на топе.
Кентухи тут нету, нету, нету кента. Нету ТПшечки на топ. Нету ТПшечки. Будем пинать дальше крипов на центре. Кентуха тут. Так, бежим на центр. Бедная ВР-ка, 3 и 6 левел. Просто бедная. Как не посмотреть Сэмку постоянно в инвизе бегает? Надо типа ТП-шку принести себе. Так, надо что добурить. Тавр сыпется, бедненький. 90 урона. Инвиженная атака. Шиде идет цеплять. Цепляют, Маднес в бой. Кидаем шрапнель. Падает на лицо. Не достаю, чтобы побить. Шедешка там тоже. Посылаем дальше. Monster kill. Жалко, не пробиваю. Сносим просто. Вот такая вот игра получается. Отдали траху под снайпера. Просто. Найс. Погнали дальше. Топ. Апнем левел тут. Так. Несем демонейдж. Трах забирает тауэр. Go дальше. Будем байтить на траху, на самом деле. Надо побайтить немножко, типа они загрятся. Если морта прыгнет, там смерть. На самом деле, просто будем идти в стороночки. Просто 15-минутная игра. 150 урона, 15-я минута, нормально. Должны разбивать лица. Все просто, ребят. Начинаю бить, промах вылетает. Убиваем. Все, тауэр надо бить. Включаем базилочку, бежим под крипов. В принципе, разницы нет. Бедно, мне жалко ВР-ку, я просто так сильно ее перекрипил в центре, что это жесть, просто жалко. Пятнадцатиминутная катка, реально. Нет, все, нет, вижу, но бить не буду. Не знаю, драку принимать или нет, но сделаем КБ, ребят. Да, крип побежал.
Ниже же нужен на тавер, тогда тавер просто изи спушим. Докачали второй, будем бить еще больнее. Так, заходит. Нет, я думал, зашли на Рошана. Го, Рошу. Рошу забираем. Так, есть один Джавелин. Джавелин. Нормально пробиваем. Рошан 160 урона, у Трахи 170. Так, нужно отойти, сейчас будет топать. Не очень больно будет подманиться. Нет, все же. Рошан топает. Нормально. Есть. Отлично. 1200. Гоу, мид. Просто. МКБ сейчас уже будет. Маднес, короче, и просто дубим хэграунд. Не буду подходить к КГ. Крипов бы позабирать. Все, есть МКБ. Забираем тавер. Бояться нас просто бояться. Просто снесли выручку. Продолжаем пушить, причем так курьер стоит на базе, не хочет никуда идти. Летит курочка с МКБ. Ого, кентуха злится там. Бэйн гонлайк не дадут мне, походу. Больно надамажило. Пора убегать. Пора убегать. До фонтана не достает снайпер. Так, пойдем еще что-нибудь веселенькое купим. Изи же игра. Вообще изи. Побежали. Побежали. Еще парочку челиков хочу убить. Мне, не умирать, не умирать, строго не умирать. Найс. Так и не умер. Ну, нормально, выиграли. 5к в кармане.
5к в кармане. Все, отличненько. Вот такая получилась игра.